Девчонки, показываю вам кроссы и носки. Я носки в распаковке говорила, что они мне будут здесь давить. Нет, здесь резинка хорошая. Я что-то прям думала, что у меня икра сильно большая. Они, видите, прям натянулись хорошо. Цвет приятный, носки классные. Не то, что у нас были вот этот дубест. Здесь немножко у меня тоже, потому что у меня нога здесь это больше, она у меня оперирована. Ну, видите, прям гольфами сделаны. Носки классные, девчонки. 39-41 размер. Так, я в распаковке вам про них рассказывала. Сейчас еще раз прочитаю. Короче, вот, одела, видите, надела разные, чтобы вам показать. Так, в конце видео я прикреплю вам пемзочку, нано-пемзу. Как я ею пользуюсь, потому что хотела в уходовое, но уходовое у меня длинное, и знаете что, мне надо будет вот это длинное видео с компьютера на сотку перекачать через Bluetooth, это очень долго, я не хочу. В общем, смотрите, две пары, фиолетовый, белые цвета, 39-41, 75 хлопок, 20 полиэстер, 5 эластан, носки классные. И кроссовки. Я почему сейчас не хочу вам показать, что здесь стелька вытаскивается. Стелечка вот такая вот, она вытаскивается. Тапочки не убрала, потому что у меня здесь полы мокрые. Я сейчас сделала педикюр и сразу по ходу вам снимаю кроссовки. Ну, чтобы носки не намочить. Просто здесь мокро. Так, ну давайте я их обую и покажу вам. Это 40-й размер. Вот смотрите, так выглядят. Джесси, по-моему, называется. Вот эта вот серебряная вставка, платформа большая. Взяла на весну-осень. Так, девчонки, я обула. Я, видите, дома одна, мне одно неудобно снимать, так хоть мужа можно попросить. В общем, я думала в распаковке, что они мне маленькие будут, ну, на вид. Это 40-й размер, все хорошо, все как раз. Кроссовки классные. Кроссовки классные, сейчас я встану. Я тут уже в ночнушке. Вот так вот вам покажу, смотрите. Вот. 40-й, он прям, ну вот, до конца. Но они такие, знаете, широкие. Платформа не низкая. Знаете, что тут? Вот так вот. Не знаю, видно, не видно вам. Просто я одна, я же говорю, мне неудобно одной снимать. Вот так вот. Вот. Осень, весна, классно. Носки тоже классные. Не жмут, ничего, все хорошо. Их можно немножко пониже даже опустить, если хотите. Шнурок можно по-другому завязать, через вот эту вот пропустить. Но это, в принципе, служит для того, чтобы подтягивать. А сзади и сзади есть такой хлястик для того, чтобы подтягивать. Я тут изгибаюсь. Вот, девочки. В общем, я сейчас в конце прикреплю видео с пемзочкой. Смотрите. Ну, кроссовками я довольна. Я прошлась, мне хорошо. Полы мокрые, не обращайте внимания, липкие. Я педикюр делала. Тут разбрызгала все, вон даже тазик стоит. Тоже наш, кстати, фаберликовский. Я обычно всегда в тазик все наливаю, сажусь, телевизор смотрю. Ну, сейчас он у меня отключен. Вот. Время уже вот. Ой, простите. Икнула. Телевизор отключен. Так что вот. Кроссовки классные. Давайте прочитаю, да? Артикул 885-730, 40-й. Мне как раз. У меня 39-40 размер. Цвет белый. Они мне не впритык. Вверх у нас идет искусственная кожа. Подкладка текстиль. Стелька текстиль. Подошва ПВХ. Вот. И носки, и кроссовки классные. Мне как раз... Так вот, видно вам будет, не видно? Вот эту вот блестяшку сзади. Красивый дизайн. Вот как раз хорошо. Осенью, весной.
Ну как, чтобы там лужи все равно же есть, не промокало, чтобы кроссовки. Высокая платформа, видите? Даже, мне кажется, на начало зимы пойдет с теплым носочком, ну, если где-то не стоять. Но на лето, конечно, жарко будет. Вот здесь вот клеёночка вроде бы должна быть, да? Где-то я видела. Да, вот эта вот клеёнка. Как бы. Или мне кажется, что это клеёнка. Что-то поблёски. Да, вот это вот другой материал. Вот это клеёнчатый, видите? Вот эта вот вставочка. И сзади, ой, сбоку вот такая вот есть вставка. Как бы такой хлястик, вот. В общем, дизайн прикольный. И главное, мне подошли, и я очень довольна этими кроссами. Фух, запыхалась. И носками тоже. Носки берите, девчонки, нигде ничего не стягивает. На полную ногу в самое то. Все, дорогие мои, всем пока. Девочки, хочу протестить с вами вот эту вот пемзочку. Я ее в распаковке вам показывала. Вот такая вот она. Вот артикул 910-194. По факту вот это вот пластик. Вот он. А здесь шершавая. Она гладная, как ровная поверхность, но она шершавая. Не знаю, как в формате видео мне сделать. Я тут полотенце, педикюр делаю, полотенце положила. Получится у меня, не получится. Или одной рукой держать все-таки, наверное. Наверное, одной рукой камеру буду держать, а другой буду пятку мочить. Одна нога у меня в тазике. Вернее, не мочить, а тереть. Так. Как бы вам показать свою пятку? Ну, вот она у меня вот такая. Я ее практически никогда не обрабатываю пемзой. Ну, иногда кремушком прохожусь. Как бы, я считаю, чем чаще будешь ты ногу постоянно обрабатывать, тем чаще будут натоптыши. А я не готова постоянно вот эти натоптыши убирать. Но сейчас попробую. Так. Нога распарена, в данный момент сухая. Так, в одну сторону тереть. Ну, как бы счищает. Ну, она, скорее всего, знаете, я тут шебуршу камерой. Ну, ничего так вроде бы. Ой, как бы вам нормально по-человечески показать. Ну, вот, видите? Нормально. Ее можно как на сухую кожу, так и на влажную. Но я размочила, и она у меня... сухая. Вторую ногу давайте попробуем влажным способом. Не знаю, так нормально, ненормально. Вот такая пятка у меня. Ну, я считаю, пятка нормальная у меня. Ну, я имею в виду, что не требует сильных прям, так сказать, натоптыши сильных нет у меня. Мне просто в формате видео неудобно пройтись по пятке. Ну, чистит хорошо, девчонки. Это нано-пемза. Ой, мне больно здесь стоит этот, как его, угол, не угол, а кровать прям на косточку давит. Вот такая вот. Ну, вроде бы что-то счищает. Смотрите, видите? Так, это я с сухим методом. Давайте посмотрим пятка, что у нас там с пяткой. Ну, счищает нормально на топтыши. У кого сильный, хорошо будет. Просто потом пройтись кремом и нормально. Девчонки, нормально. Но я ею пользоваться не буду, крайне редко. В основном я для мужа ее взяла. Так, это сухой способ. Больше я тереть не буду. Я педикюр сделала, мне еще только осталось накрасить. Так я все обработала. Накрашу ногти обычным лаком. Сразу покажу, давайте, коли я здесь сижу уже. Вот таким. Это Avon.
оранжевый. Мне нравится на ногах либо яркий, либо темный лак. Вот таким накрашу. Я это видео прикреплю в уходовое в конце. Вот. Сейчас буду пробовать на влажную ступню. Так, девочки, теперь давайте на мокрую ногу. Пемзочку я сполоснула, она хорошо просто в воду кладешь, и вот это вот все уходит, все, что нашелушилось. Такая прям шершавенькая. Так, давайте попробуем. Так, ну что, вот чуть-чуть что-то уходит тут, но все-таки, девочки, на сухую. Как бы вам тут пятку свою показать, господи, вот она. Девочки, все-таки на сухую лучше чистится, имейте в виду. Лучше на сухую почистить. Вообще сначала ноги, конечно, распарить, потом вытереть. На сухую почистить, опять, ну, смыть вот это вот все, вот это вот, видите, там, видите, сухое было шелушение, а здесь уже, видите, влажное вот такое вот. И потом уже кремушком помазать, но пемзочка я довольна. А, я еще не так взяла, вот так вот, вот для удобства вот так вот нужно брать. Ну вот видите, где мутно, вот это вот соскреблось у меня. Так, пятка. Ну, пятка, в принципе, нормальная. Вот. Все, девочки, сейчас доделаю, сейчас докрашу. Вот этим кремушком помажу, крем для снятия усталости, Happy Steps. 25-17. Мне он нравится. Он, ну, я бы не сказала, что он прям сильно так уж охлаждает. Но есть немножко эффекта устал, ну, что он снимает усталость. Свежая мята. Ну, все, дорогие мои. Теперь я уж точно прощаюсь. Давайте вот так вот еще покажу вам. Вот, счищает. В общем, на сухую лучше. Имейте в виду, хоть бы ничего лишнего вам тут не показать, то я тут ноги задрала. У меня еще эта правая оперирована и нога, ну как больная, я ее сильно не могу выворачивать. Но я думаю, вам понятен, да, как вот сейчас уже подсохло, уже, видите, больше начинает шелушиться. В общем, девчонки, на сухую делайте. Вот. В общем, вам понятен принцип работы. Ну, знаете, пемзочка это хорошая, мне понравилось. Вот видите, счищает. Все, дорогие, всем пока.